эту Лазаревскую, господа. Нитка какая-то. Леска. Подушки лежат, бичи что ли здесь живут, катакомбы Лазаревского. Столик такой шикарный. Я подумал, сначала шахматный столик. Вот и пляж Дельфин. Вот и пляж Дельфин. Акуля. Турник есть. Ох, а небо красивое. А? Скажи, красивое небо? Облака. Точки небольшие. Вчера я был в начале Дельфина там, а сейчас в конце здесь, со стороны Фламинго пляжа. Перекурить надо. О, вот она наша красотка. Как она на фоне облаков, а? Как вам такое? Красава. Все, я падаю. Курите. Проехал на автобусе мимо. Ну, по Лазарево автобус шел. На 68-м. Там с дороги. Ну, остановка прямо у той пятерки, где шарик постоянно останавливается. Не было его, вот летит какой-то красавец. Один. Одинёхонький. Если я бы его там увидел, я бы сошел бы. Но я решил дальше ехать, очень опасно. Корм всегда с собой ношу. Там пару котят накормил на остановке. Собак не было около моего дома. Наверное, вечером соберутся.
Лариса еще дней 5 назад донат прислала. Она даже фамилии не называет. Она меня прислала, сказала, на Пасху. Светлана сегодня прислала на Сберкарту. Светлана Валентиновна из Урала. Вот. Я же как бы говорил, вроде не шлите. Зачем вы это делаете? Пока кормить некого. Вернее, есть кого, но я-то не могу ходить. О, Господи. Какая тучечка зависла, а? Интересные тучечки, так наблюдать за ними интересно. Вы скажете, ну, у Олега точно крышняк сорвало. Да нет, вроде на месте. Ну, нравятся мне облака, что я сделаю? А вдали, вон там, ребрышками, вы не увидите, потому что далеко, расстояние далекое. Ладно, по каналу я дальше. Я буду идти молча, а вы просто море слушайте. Желательно бы, если я вот так шел бы, то тут как бы закатик виден, а получается я в другую сторону иду. Да хотя, вчера сколько снял море, просмотров мало вообще. Вы дома сидите, в изоляции, что не смотрите-то? Мне нравятся такие волны с пеной. Красотень. Собаку выгуливает, здоровый собак у него, чуть поменьше его росту. А тучи как меняются, вот меняются, были, нету. Собака какая у тебя здоровая. Нифига себе. Это собачка. Ну, мужики что-то строят там.
я думаю, с морем достаточно. Длинное видео никто не будет смотреть. Я буду отсюда уходить. Пойдемте по мостику пройдем, загадывайте желания. Пальмочка трясется от ветра. Юка. Смотрите, сквозь куста как будет солнышко пробивать. Я буду водить туда-сюда. Не поняли, о чем я говорю, да? Ну ладно. Главное теперь добраться до дома без происшествий. Вот смотрите, прошло 10 минут, как я ушел оттуда, с моря, и смотрите, как поменялось. И небо, и буквально все поменялось.